сообщать тас о заявлении Зеленского, что сейчас вести переговоры. Он с Россией не готов. И что заявил об этом? В интервью он CNN. Вот, он заявил, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN. И поскольку знаю только я, как определять, кто мочил голову? С пословицей, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Загружаю я постоянно клипы на YouTube и Дзен с утра до вечера. Вот сейчас у нас уже вечер, темно. Без 20 час. Вот такие вот дела.